Отсюда замечательный вид открылся, тоже с нижнего яруса, интересно посмотреть с берега. Башня слева – это башня собора Спасителя, катедраль Дель Сальвадор де Сарагоса. И вот справа четыре башенки видны отчетливо, и несколько куполков тоже, вот один центральный купол. Это, собственно, символ Сарагосы. Это Nuestra Señora del Pilar, собор Святой Девы Марии Столбиной. Пилар – это столб на испанском языке, в честь ее чудесного явления на столбе святому Якову, Сантьяго. Живность в реке есть, река живая, значит, уже хорошо. Вот, и по вот этому мосточку, он, кстати, называется Puente del Pilar, собственно, логично. А за ним он там чуть-чуть виден, Puente de Piedra, каменный мост, старый мост Сарагоса. Я перехожу на ту сторону, и сегодняшняя, собственно, моя цель – это музей Гои. Как известно, это величайшая кисть, величайший художник испанский мировой, родился не совсем в Сарагосе, он родился в городке рядом, Фуэнде-Тодос, 47 километров от Сарагосы. Я лелею просто мечту в этот раз туда съездить, попасть. Ну, посмотрим. Но в планах у меня есть. Проблема, как всегда, в транспорте, как добраться. Как добраться? Тут разобраться с этим очень сложно. Местные не понимают. О, еще одна чупакабра. Очень много собак, вот реально похожих на чупакабру, с такими огромными ушами, высокими такими длинными ногами, лапами. Я их называю чупакабриками. Но то, что собак любят в этом городе, это огромный плюс этому городу.